Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра SnowRunner. Давно не было видосиков по ней. Евротрак, да, American Track. Так, сейчас я нахожусь на дамбе. Как раз таки позади она меня сейчас находится. Так, на карте отрезки Мичигана я там добил задания, там всякие мелкие вот эти поездил еще давно за кадром. Так, теперь пробуем проходить дальше. Так, давайте-ка, здесь как раз-таки недалеко есть задание. Так, угу. Вот заказ материала, как раз из карьера, надо доставить. Так, ну что, берем заказ и погнали. Запускаем двигатель. Все, поехали. Нет, погодите-ка, я не то взял задание-то. Да стойте. Я хотел другое задание. Так, ну ладно, что ж тебе делать? Так, давайте тогда это не будем. В следующей серии это сделаем. Заказ топлива, вот я хотел. Вот, вот это. Заказ топлива. Как его сбросить, допустим? Надо открыть. Так, все, заказ топлива, вот я в карьере. Не то. Просто я подготовлен под это, как раз таки. Просто недалеко был, катался там, обследовал. Как раз таки у нас вся карта сейчас открылась, это хорошо. Так, все, поехали. У меня даже платформы нету. Так, как нам там? А, дальше уже надо ехать. Да, следующий поворот. Так, вот вроде этот или тут. А, это вообще какое-то такое непонятное что-то. Так, вот сюда нам надо. Так, я, честно сказать, даже не знаю, как вообще ехать лучше. Чтобы нам выехать оттуда. Упс. Ага, вот он. И будет выезд туда. Так, может нам тогда так и заехать, кстати говоря. А тут что-то я решил сократить. То боком я им дрифтим. Но вот эти камни, они только мешаются, они.
Так, я так понимаю, вот этот прицеп надо отволочь на склад. Опа, опа. Так, не надо только, пожалуйста, переворачиваться. Так, опасно, конечно, сейчас так. Да что тебе, не проехать, ну ё-моё. Да, разобрали это все по болтикам. Так. Ну что, я так понимаю, цепляем вот это чудо-юдо. Так, присоединили прицепчик, все, погнали. Так, надеюсь, там все не закреплено. Так. О, тут такой порт жесткий. Как бы вот вообще с этим прицепом надо не кувырнуться. Еще КамАЗ у нас такой неповоротливый, а? Так, теперь главное не останавливаться, потому что в случае чего прицеп точно кувырнется. Камера еще дергается, блин. Да, ты еще. Так, это на четверку вообще переключился. Нормально, что. Ну, он все равно такой тихоходный. Вот из-за этого неповоротливый. Конечно, тоже есть минусы. Но проходимый. Довольно-таки. Так, а ту миссию мы взяли, но это в следующем видосе, либо. Я не знаю, хочу стримчик попробовать запустить. Но это будет чуть попозже. Сначала там одну игру поставим, потом попробуем эту. Так. Что у нас тут? Оу, воу, 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 воу. Какие камни-то тут, а? Так, нам куда? Да, блин. Поехали уж вот она здесь. Хотя можно было и там. Давай ты! Что ты застрял? А, в камень упёрся, собака. Ну давай, 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 я знаю, ты сможешь, давай. Нет видимых точек, зашибись. Ну что тебе этот камень не преодолеть, я вообще не понимаю. Ну давай, родимый. Зацепился за этот бедолага камень, а?
Так, главное нам еще груз не кувырнуть. Самое главное, да, еще нам еще вытащить надо его. И чё, тут тупик. Блин. А здесь мы проедем? Да, нам по той дороге-то ехать. Ну ладно. Уже теперь тут, а. Как-нибудь. Ох ты, боже ты мой. Как его там, а? Плющит бедного прицепта. Да, наша работа и опасна, и трудна. Тут ничего не скажешь. Фух. Так, вроде немножечко проехали это все говно. Так, немножко давайте-ка отдалим камеру, чтобы было больше понятно, как там прицеп поживает. Так, а вот тут дорога куда ведет? Так, это то болото, нам туда не надо. Так, нам надо вот сюда подержать. Тут, конечно, такая дорога извилистая, но... Что делать? Вот такой уклон туда вниз. Вот я, кажется, привез... Что-то не помню, что приводил какие-то там материалы, что ли. Я так и знал тогда, что этот прицеп будет куда-то тараканить. Неспроста он тут стоит. Давай-ка побыстрее. Да, ты сейчас еще на четвертую воткни. Чтобы вообще было. Ну да, вот что. Что он взял, воткнул. Слушай, на понижаечке не залезть. Что-то мы там вообще зарываемся, что ли? Так, нормально, пролезли. Отлично. Ну что, все, держим путь на склад. Есть такая дорога извилистая, я когда на джипе исследовал. Такая не особо-то была она. Так, топлива у нас нормально, хватает. Так, какие-то извилистые повороты. Так, там денег всегда я подкопил, почти 100 тысяч у нас. Я там нашел еще на той карте, там грузовик его продал. Так что... Надо что-то думать, какой-то еще один покупать. Так, здесь вообще отлично. Камни все обрушилось, все размыло, расфигачило.
Ну что ты там мячик прыгаешь, прицеп-то? Этот КамАЗ, он такой немножечко неповоротный. Неправильно, потому что да, дифференциал включен. Радиус поворота довольно-таки большой. Так, я помню, на своем пикапе тут очень долго ехал. Так, что там оно? Ох ты. Что это такое? А что это? Никто зачем-то поставил. Так, ну, в принципе, да, сейчас мы тут заберемся на эту гору. Ну, так, осталось, конечно. Еще. Ну, не скажу, что там много ехать, но и немало тоже. Ну, пошел дождик. Так, давайте-ка мы это... Нет, не то вот это не следить. Я что-то про превьюшечку-то забыл. Вот как-то так. Так, все, возвращаем обратно. Так, ага, настройки. Интерфейс, выключить. Так. Следить. Далимка. Вот так. Так. Пошел дождик. Наш любимый дождик. Мы же так его любим.
Ать. Двигатель пострадал уже так неплохо. 14-4. На 16 уже очков пострадал. Опа, опа. Я по этой миссии забыл. Тут надо крайне аккуратно. Не знаю, так по ходу дорогу здесь вообще снесло, просто вот камни, наверное, упали, и как бы дорога шла вот так. Вот здесь что-то объемное вести такое, прицеп или... Довольно тяжеловато будет, а еще направление куда-то вверх. Так, ну сейчас мы, я думаю, поднимемся уже туда вверх, и там останется уже совсем чуть-чуть. Сагана контейнер, компания, которая участвовала в разработке игры. На было загрузки, я сейчас только заметил. Я вот не знаю, там какой-то был. Так, Урал вроде, я не помню точно, там 113 или 119 тысяч стоил. Надо вот его посмотреть, как он вообще. Прикупить тогда как второй тягач. Где, допустим, в принципе, он так-то, я думаю, Урал очень проходимый такой, неплохо. Но чтобы этот более проходимый стал, еще, я смотрю, это надо уровень поднимать очень много. Значит, 8, это надо 11. Чтобы добавить резину поставить вот получше. Так, все, сейчас мы за этим поворотом уже будет наш склад. По крайней мере, должен. Да, вот он, я его вижу уже. А, не, ну не сюда. Я думал, сюда надо поворачивать. Вот там дальше поворот. Да, вот сюда нам. Shell Box. Что-то у нас проходим, а? Ну ни хрена себе, сказал я себе. Вот это да. Мне первый раз такое. Минус колесо. Это круто. Напоролся на бетонную плиту. Все, минус колесо. Так, ну чё, давайте ремонтироваться. Так, ремонт. Так, у меня есть как раз запасное колесо. Подвеска пострадала аж. О-хо-хо-хо! Ничего себе, так размотало его. Все, колесо. Жин-жиншный монтаж. Тут, прямо тут вот все вообще сделали. Вообще отлично. А, во, и колесо пропало. Все, его нету. Вот это вообще прикольно. Вот это вообще класс. Большущий респект разработчикам. Что действительно, вот колесо я использовал. А, и также канистры, я помню, да, вот я на пикапе разведал, я залил канистры, они исчезли, все. Так, я так понимаю, сюда его надо, да? Оп. Управление грузом, ага. Немножечко проехал.
Стой. Так. Управление грузом. Так, вот заказ топлива. Все, забирайте. Все, контракт выполнен. У меня ж музыка была вроде отключена. Так, награды 280 и 2900. Так, это хорошо. Так, у нас теперь... Ну, блин, все равно, видите, не хватает, не было. 94 тысячи. Конечно, можно вот этот грузовичок, который здесь вот на дампе нашли, продать, да? И тогда вам точно хватит. В принципе, он бестолковый здесь, я думаю. Шоссейник там... Ну, здесь есть только вот таскать вот эту по асфальту. Так, хорошо. О, мы Мичиган пошли почти на половину. Так, многие, конечно, там дальше уже ушли. Уже кто-то в Таймыре, кто-то в Аляске. Но вот я пока так. Так, и что? А, прицеп остался мне. Но мне он нахрен не нужен, так что я его потом продам. Закат. О, как раз еще будут денежки. Отлично. Так, ну что? Мы выполнили задание. Так, следующая серия... я думаю, уже буду не на запись, а на стрим попробую запустить. Поиграем. Просто реально, вот, если видосы записывать, то это очень долго получается. А стримчик, я думаю, будет самое то. Как раз таки, может, подвинемся. Просто я за кадром от Мичиган, чтобы почистить там, ну, в принципе, за пару часов там справимся. Как раз там задание выполнил, денежку заработал там. Все, закончил карту. Так, так что давайте здесь тоже заканчивать будем, чтобы дальше продвигаться. Уже как-то хочется в Аляске поиграть. Как раз таки подготовиться, нам купить грузовики и все прочее. Так, ну хорошо, на этом закончим видос. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, оставляем свои комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, будьте счастливыми. Пока-пока.